Сердце не справляется. Ваш отец трудно переносит перепады атмосферного давления. Вот так он и лежит с вечера и не разговаривает. Я не понимаю, профессор, что с ним происходит. А в последние дни он исчезал. В каком смысле? В самом буквальном. Он куда-то исчезал и подолгу не возвращался домой. Я убеждена, профессор, что он и сам не помнит, где бродит в эти свои часы исчезновений. Почему вы так думаете? Потому что он об этом не говорит. А может быть, он просто не хочет разговаривать? Да бог с вами, профессор, какие у него могут быть от меня тайны? Он просто не помнит. Ну, куда же мы исчезаем? Атеросклероз неприятная штука. Конечно, могут быть и провалы в памяти. Обмороков Антон Николаевич не наблюдалось? Нет, нет. Это он сейчас так лежит, а вообще-то он человек очень. Не сгибаем. Нам всем достается. Мы работаем дома. Я переводчица, муж журналист. А отец стал раздражительным. Его раздражает, ну, буквально все. Что женщины курят, что молодежь грубит. Соседка кормит голубей, и это его раздражает. Он всех нас замучил, но больше всех самого себя. Ба-ба. Что, мама? Он не хочет мириться с тем, что другие думают не так, как он. А это кончается сердечными приступами и неотложкой. И это ужасно. Это ужасно, потому что мы его любим. Пенсионер в семье – это сложная проблема. Тем более проблема для таких мощных фигур, как Антон Николаевич. Вадим, не извини, ключа. Что? Простите, пожалуйста. Конечно, печально, но причина его раздражительности кроется и в психологическом климате семьи. Вообще-то живем мы очень дружно. Да, возможно, но тут действуют уже объективные причины, закон природы. В последние годы ученые провели ряд любопытнейших экспериментов. Вот, например, в стадии обезьян-бабуинов всегда один вожак, только один. Эксперимент сводился к тому, что вожака изолировали, и на его место в стадо вводили нового лидера, так что испытуемый просто мог наблюдать за соперником, оставаясь в стороне. И в результате инфаркт. У бабуина? Вот именно. Ужас. Да, вот так в природе. Отец рода, вожак, переносит перемену своего статуса. Дедуля, ты у нас главный бабуин. Люба, вон. Ваш отец привык к огромному грузу ответственности, что от него зависит жизнь большого коллектива. А сейчас сложилось так, что от него ничего не зависит. Возможно, для него было бы легче, если бы он оказался в окружении людей, которые находятся в таком же положении, в окружении сверстников. Вам это не кажется целесообразным? Дом ветерана? Да вы что, профессор? Да наш, ведомственный. Отличнейшие условия, окружение коллег, общность интересов, благоприятный психологический климат. Да мы и слышать об этом не желаем. Я же сказала, что мы папу очень любим. Пап, ну почему ты молчишь? Тебе что, плохо с нами? Мы тебя никому не отдадим. А раздражительность? Человеку необходима разрядка, свободное изъявление эмоций. А вы все себя постоянно сдерживаете. Вы незаметно и себе здоровье расшатываете этой своей сдержанностью. Надо жить свободнее, товарищ. Как бабуины. Бабуину хорошо. Он что хочет, то и делает. Живет себе полной жизнью. Замолчи, выйди. Все это очень интересно, профессор, но нам бы лучше что-нибудь фармацевтическое. Папа, ты что? Ты что, куда? Помочь тебе? Нет. Отдает направо, еще дальше следует передача поближе к бровке поля. Монтеля переводит игру к штрафной площади команды Дании. И там высокие защитники датской команды забирают мяч. Отдают Лаудру по... Муж вас отвезет. Вадим, профессор уходит. Папа, попрощайся. Папа, ты меня слышишь? Где же он? Вадим, его нигде нет. Как? И коричневого пиджака нет. Вадим, он исчез.
А ты стоишь и ничего не видишь. Нет, это несчастье какое-то. То есть как исчез? Таня, не волнуйся, вернется. Химканаты нужно иметь вместо нервов. Ну что ты стоишь? Догони его. Надо его вернуть. Следующего инфаркта он не переживет. Он может умереть на улице. Боже. Он угнал машину. Лет мы проработали с вами, Анна Константиновна, и вот теперь провожаем на заслуженный отдых. Но я не говорю вам прощайте, я говорю вам до свидания, потому что уверен, что вы болеете душой за наш отдел и будете нас навещать. Вот. Запомните, что вы здесь, у себя дома. Да, Маргариточка Петровна, я вам 2 рубля отдам попозже, я еще не разменяла. Какие 2 рубля? Вы стрижку дали, а я собирала по рублю. Сдачи не надо. Почему это? Все по рублю? А я 3, есть на то свои причины. А не секрет какие, Маргариточка? Нет, не секрет. Просто очень жаль, что такая старательная, безответная, главное, трудолюбивая женщина покидает нас. В отличие от некоторых, она всегда на рабочем месте, а не в соседних магазинах. Маргариточка Петровна, 3 рубля, вот так, как вы, не каждый может дать. А вот читать стишки, когда все люди вокруг скалывают, это мы все умеем. Смотрите, смотрите на нее. По-моему, она сейчас опять какой-то фокус выкинет. Родные мои, простите меня. Я бесконечно виновата перед вами. Я виновата, что ни скорби, ни радости нет сейчас в ваших сердцах, что я не сумела стать для вас своею, не сумела слиться с вашим добрым, жизнерадостным коллективом. Что? И вместо вас, живых людей, я представляла себе всякую всячину. Приходя сюда, я представляла себе, что это не комната, а волшебный лес, не столы, а деревья. А вы все фавны, дриады, нимфы. Одних я любила, других побаивалась. Третьими не уставала восхищаться. А вы не догадывались, что из темноты я жадно слежу за огоньками ваших душ в этом волшебном лесу жизни. Она над нами издевается.
Вспоминайте обо мне. Вспоминайте, какая я была смешная. Только вспоминайте добрыми словами. Потому что все проходит, а слова остаются. Ржавеет золото и сливается сталь. Крошится мрамор. К смерти все готово. Всего прочнее на земле печаль. И долговечней царственное слово. Все. Золото не ржавеет. Кто же мне поэтесса? Это Анна Ахматова, Женечка. Все равно не ржавеет. Не забывайте нас. Почаще приходите. Спасибо, спасибо. Приходите почаще. Танюша, я оставил машину в проезде МХАТа, вы ее легко найдете. К обеду не жди. Еще не знаю. До свидания, милые. Скучать. А мы за вас крыму позгораем. Ой, что я вижу? И сколько раскурцу-то? Поклонник, небось, завели. Жариков! Ты глянь-ка! Какой букет они синий поклонник преподнес! Точно! Любовника завела. Поклонника. 40 рублей, не меньше. И конфеты шоколадные. Нехорошо кавалеров от добрых людей скрывать. Тем более мы на вас, можно сказать, жилплощадь оставляем. Приедем, а тут новый жилец. Какой там поклонник? Меня сегодня на пенсию проводили. Поздравляем. Поздравляем! Так по такому случаю рюмочку опрокинуть не грех. Как смотришь, Жариков? А я так смотрю. В Америке. Человека за 2 недели до пенсии специально под сокращение подводят. И он нищий. А у нас? У нас почет провожает. Так, Оксана Константиновна, от всей души поздравляем вас с заслуженным покоем. Тем более, ведь такую хреновину, хоть она не шибко дорого стоит, сам никогда не соберешься купить. Это да. А так вот, повесить на стенку. О, вместо этой карточки. Интерьер? Очень хорошая вещь. Я вам завидую белой завистью. Вам она нравится? Тогда возьмите ее себе. Я вам ее дарю. Нет, я не возьму. Жарик, не смей брать. Надюш, не обижайте меня, возьмите. Вы знаете, мне кажется, эта сверкающая красавица на вас похожа. Держите меня. Ну, спасибо. Ну, где бутылка-то? Жариков. Момент. Анстинна, мы ваш пенсию сейчас обмоем. Ну, что вы, Надюш, я же не пью. Так мы же не водку будем пить. Дефицитный португальский портвейн. Вот, ради вас и откупорим. А? Нет, я не буду пить. Или вам компания неподходящая? Ну что вы, Надечка? Модничаете. Нет, я просто очень тороплюсь. Куда это еще? Я ухожу немедленно.
Я теперь тоже буду путешествовать. Можно вас на минуточку? Беда случилась. Понимаю. Я сам только что из больницы вышел. И билет, и деньги украли. Я могу справку показать. Ну что вы, голубчик, зачем? Я вам верю. Не давайте ему денег. Он же их пропьет. У меня справка есть, я могу показать. Спасибо, благодарю вас. Это не доброта, а равнодушие. Вы помните, после войны мальчики-инвалиды в электричках? Братья и сестры, отцы и матери. Лучше подавать, чем брать. Лучше брать, чем просить. Был страшный бой. Вы, милейшие, все на свете перепутали. А вот это святая правда. Я все на свете всегда путаю, но я ничего не могу с этим поделать. Вот эти люди, они меня везде находят. Гражданин, желаете поехать на экскурсию по Москве? Есть места, мы сейчас отправляемся. Это место свободно? Извините. Вы позволите? Да, конечно. Вам предстоит, товарищи, знакомство с современной Москвой, столицей нашей Родины. Краски нежные, розовые, как у импрессионистов, похоже на Писсаро, да? Скорее на Моне. Но я не люблю импрессионистов. Мне нравится только реалистическая живопись. А разве живопись импрессионистов не реалистическая? Нет. Не могу с вами спорить, я не специалист. А вы искусствовед? Нет. Давайте познакомимся. Меня зовут Антон Николаевич Скворцов. Анна Константиновна. Вы москвичка. А как вы угадали? Да вот, угадал. А вы? Полвека в Москве. Странно, что мы оказались с вами в этом автобусе. Здесь обычно путешествуют только приезжие. Я полагаю, и коренной москвич в такой поездке может немало почерпнуть.
Антон Павлович Чехов сказал, чтобы лучше познать душу русского человека, посмотрите на Москву. Чтобы лучше увидеть Москву, поднимитесь и взгляните на нее с высоты Воробьевых гор. Город раскинулся внизу, словно в громадной чаше. Вдали их хорошо. Когда я училась, мы сюда на Воробьевы горы приезжали на пикник. И даже зеленый купол здания. Высотные дома тогда еще только строились. И отсюда особенно страшны были их каркасы, громадные железные скелеты. Высотные дома очень украсили Москву. Да, конечно. А Москва высока и светла, суматоха охотного ряда. А потом купола, купола, и мы едем и едем куда-то. Звонко цокает кованый конь, а булыжник в каком-то проезде. Куполов угасает огонь, зажигаются свечи созвездий. Папа молод и мать молода, конь горяч и пролетка крылата. И мы едем не знамо куда, все мы едем и едем куда. Это стихи Давида Самойлова. Да. А вы любите стихи? Не такие. А вы что, пишете стихи? Пишу. Почему вы спросили? Вы имеете отношение к литературе? Нет. Я всю жизнь проработала простым корректором до сегодняшнего дня. Теперь я на пенсии. Оглянуться не успела. Товарищи, и уже... прошу в автобус. Пенсионерка. У вас есть семья? Мама умерла 5 лет назад, а через полгода папа. А вот стихи я пишу с детства. Мама верила в мое необыкновенное будущее, бедная мамочка. Кроме неприятностей, мне эти стихи ничего не принесли. А не писать я их не могу. Странно, почему я вам это рассказываю. Я обычно ни с кем никогда не обсуждаю эту тему, кроме своей подруги. А вы замужем? Нет, уже давно. А вы? То есть я хотела спросить, у вас есть семья? Вы принадлежите к тем редким женщинам, которые умеют не только хорошо говорить, но и вовремя молчать. Приятно с вами. Спасибо. До свидания. Не пойти ли теперь нам вместе пообедать? Куда? Ну, может быть, в Арагве? В ресторан Арагве? Ничего себе, я там никогда не была. Тем более. Нет, 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 нет. Я, понимаете, я не готова и никак не ожидала. И потом... Большое-большое вам спасибо. Тогда в столовую. Здесь недалеко, я знаю, вполне приличное место. Я никак не могу. Меня ждут. Ну, тогда ничего не поделаешь. Позвольте, я провожу вас до метро. Ведь вам на метро? Да. Прошу. Спасибо. Вы завтра свободны? Завтра? Я теперь всегда свободна. Мы с вами в одном положении. Можно вам позвонить? У меня телефона нет. Тогда мы с вами завтра встречаемся здесь у метро в 9:00 утра. Не рано? Не рано? А куда мы пойдем? Похоже, мы с вами не из тех людей, для кого этот вопрос может составить проблему. Нет. Пенсионерка,
страшно. Какая гадость. Ну, что ты собираешься делать? Жить. Анюта, тебе нужно кем-нибудь устроиться работать. Хотя бы лифтершей. Иначе ты пропадешь. Ты будешь целыми днями лежать и грезить наяву. Не буду я лежать. Фаина. Ну? Неужели все эти люди писатели? Не строй из себя, блаженная. Здравствуй, мой любимый. Здравствуй, моя радость. Читала, читала. Потом всю ночь не могла уснуть. Клянусь тебе жизнью. Честно, старуха. Но ты же знаешь, на мне можно проверять. Ты номер один. А кто эта ящерица в вельвете? Какое грустно знакомое лицо. Да, это он. Тот самый. Фаина. Что с ним стало? Ты помнишь, в 61-м году он в политехническом читал свои стихи? Как он был хорош. Ой, как он облез. Ты тоже с тех пор облезла. Только он облезлый классик, а ты облезлая пенсионерка. Зато я пишу лучше. Это известно только тебе и мне. А человечеству это надо еще доказать. Ты сама во всем виновата, Анька. Я тысячу раз предлагала тебе помочь. Этой ящерице достаточно шевельнуть один раз хвостом. И тебя напечатают в любом журнале. Тебя же никто не знает. Ты нигде не читаешь свои стихи. Совхозы читала. Так это тоже я. Я же тебя заставила ехать под видом участницы студии ЗИЛа. Ну, тебя же как принимали. Тебе было приятно? Ну, скажи, очень, ну, очень. Чего ты ждешь? Тебе-то и осталось всего. А ты действительно можешь с ним поговорить? Ну, если он постоянно просит эти чертовые билеты для своих чертовых нужных людей, я могу один раз его попросить? Ну, не будь дурой, разреши. Я дам ему почитать. А что ему предложить? Ну, наконец-то, решилась. Знаешь, что я думаю? Цикл о Москве. Я занесу, да? Ну, ты моя солнышко, умничка ты моя. Только знаешь что? Ты хорошенько подумай, отбери и подсократи. Если честно говоря, у тебя длинно. И потом, Анюта, все, что ты пишешь о мелочах своей жизни, это никого не интересует, кроме тебя. Знаешь что? Лучше притащи о зимней Москве и арбатских переулках. Это у тебя и поэтично, и гражданственно. Ну, там, где ты предлагаешь эти переулки сохранить. Переулки без меня сохранят. Короче, это нужно отредактировать и придать товарный вид. Ну, что ты на меня так смотришь? Ну, сделай это ради меня. Я попробую. Ты не можешь мне дать два билета на что-нибудь хорошее в ближайшие дни? Наконец-то. У тебя что-то сдвинулось? Ну, так я и знала. Ну, перестань, Фаина. Кто этот несчастный? Не скажу. Ну, что ты? В моем возрасте, при моей внешности, это маразм. Значит, так. Анюта, ты должна быть одета, как эти старые капиталистические суки. И выглядеть в тысячу раз лучше, чем они. Потому что ты больше их заслуживаешь этого. Теперь это будет твоя настольная книга.
Анна Константиновна. Анна Константиновна, я перед вами виноват, но обычно я никогда не опаздываю. Ничего, ничего, я позагорала. Нет, я сам никогда не опаздываю. Терпеть не могу, когда опаздывают другие. Но произошло крайне неприятное недоразумение, задержавшее меня. Обещаю, это никогда не повторится. Надеюсь, ничего страшного не произошло? Причина моего опоздания, скорее, смешная. Я не мог найти ключ от шкафа. Надеюсь, вы забудете об этом инциденте. Конечно, конечно. У меня к вам в высшей степени странная просьба. Не можете вы мне одолжить 85 копеек? Сколько? Да-да, пожалуйста. Дело в том, что я в попыхах забыл бумажник, а когда хватился, то не решился возвращаться. Я боялся, что вы меня не дождетесь, и мы с вами никогда не увидимся. Я бы дождалась. Тогда прошу вас. На природе хорошо. Мы едем ко мне на дачу. А у меня туфли на каблуках. Ничего, там почти везде асфальт. Прошу. Хорошо, что я вечером их купил. Спасибо. Я так благодарна вам, Антон Николаевич, за эту поездку. Я уже не помню, когда была за городом. Теперь вы часто будете там бывать. У вас хороший характер. Вы сдержаны, но легко сходитесь с людьми. Я? Mm-hmm. Я крайне необщительна. Нет. А я говорю, что вы общительны. Вы просто себя не знаете. У меня было достаточно времени себя узнать. Но некоторые люди проживают жизнь, так и не узнав себя. Не выразив себя, пока им кто-то не поможет. Выразить себя – это такая редкость и такое счастье. Это долг каждого человека. Иначе жизнь прожита зря. А у вас это получилось? Моя покойная жена была пианисткой, постоянно разъезжала, поэтому в доме не было должного порядка. Увы, дочь воспитывала бабушка, я постоянно был занят в министерстве. Тем не менее, я пытался помочь дочери понять свое назначение в жизни. Она переводит с французского, знает английский, немецкий. Внучке 16 лет, отличница. Вы счастливый человек, хотя бы половину этого имеете. На даче, наверное, страшный беспорядок. Я последний раз был там с женой полтора года назад. Ключ остался в бумажнике. Вы тут погуляйте. Я сейчас открою.
Антон Николаевич. Вас так долго не было, я начала волноваться. Как у вас здесь хорошо. Сыро и грязно. Терпеть не могу романтику, запустение. А, да-да, я сейчас. Это был халат моей жены, если вас не смущает. Сейчас мы натопим печь, вскипятим чайник и устроим пир. Николаевич. Веник лучше намочить. У меня такое ощущение, Антон Николаевич, что я здесь уже много-много раз была. Все эти вещи, они так живо говорят о долгой, счастливой жизни. А ваша жена была очень красива, да? Она была артисткой и всегда должна была быть в форме. Играла в теннис, плавала в бассейне и до последних дней была стройной и весьма подвижной. Не то, что я. Да, вы на нее не похожи. Вот, Антон Николаевич, вы только притворяетесь старым, неприступным и равнодушным, а на самом деле вы счастливый человек. Вы до сих пор влюблены в вашу жену. Ее нет, а вы любите ее еще сильнее. О, как на склоне наших лет нежней мы любим и суеверней. Сияй, сияй, прощальный свет, любви последней, зари вечерней. Полнеба обхватила тень, лишь там на западе бродит сияние. Помедли, помедли, вечерний день, продлись, продлись, очарование. Пускай скудеет в жилах кровь, но в сердце не скудеет нежность. О, ты, последняя любовь, ты и блаженство, и безнадежность. Вас не раздражает, что я читаю стихи? Не мои же. Тютчев вам близок?
А пир мы устроим на веранде. Должен признаться, Анна Константиновна, я в юности тоже писал стихи. Вот я так и думала. Вы думали, потому что в юности все пишут стихи? Нет. Именно потому, что вы не как все. У вас такой определенный, собственный, неповторимый взгляд на вещи. Я уверена, вы писали замечательные стихи. Глупые стихи. О неуловимом, непознанном и прочей идеалистической ерунде. Это детская болезнь. Кори, лучше переболеть в молодости. Вот я и переболел. А у меня, к сожалению, это хроническое заболевание. Но у вас есть напечатанные стихи? Нет, я раза два посылала в журналы. Мне ответили, что стихи очень понравились и просили прислать другие. Ну и вы, конечно, не послали. Ну, конечно, не послала. Если бы годились, все бы напечатали. Вчера представилась еще одна возможность. Но говорят, надо придать стихам товарный вид. А я этого не умею. А о чем вы пишете? О себе. Я ж больше ничего не знаю. О чем еще писать? Вы думаете, как это должно быть скучно, да? Я слушаю кукушку. Двери настежь, из трубы дым. Я решила, что воры. Елена Георгиевна, добро пожаловать. Здрасте, Антон Николаевич. Я вас даже и не узнала сразу. У вас какой-то новый стиль, молодежный. Свитерочек, джинсики. Вы какой-то иной. Анна Константиновна, мой близкий друг. Елена Георгиевна, моя ближайшая соседка. И опять же друг. Присаживайтесь, чаю. Нет, спасибо, не хочу. Насовсем переехали? А то я тут озверела одна. Вы знаете, словом не с кем перемолвиться. Пока мы приехали на один день. А, ну да, понятно. Ждете, пока Любочка доучится. Она уже в 10-м, наверное? Господи, как время летит. Ну, наши этим летом, скорее всего, уедут на юг. А здесь буду жить я. Один? С Анной Константиновной, если она не откажется разделить со мной одиночество. Соглашайтесь, соглашайтесь. У нас тут сосны, клубника, и речка есть переплюйка. И мне, представьте, попадаются раки. Раки? Да. Я сама вот такого поймала. Клянусь, собственными руками. Пойду принесу дров. Обязательно соглашайтесь. Характер его всем известен. Супермен. Но его нельзя оставлять одного. Я вчера разговаривала с Татьяной. Она сказала мне про врача. Или что, она преувеличивает, что ли? Она ведь склонна паниковать. Вы же ее знаете. Вообще, у меня такое впечатление, что она в Антона просто влюблена. Кто? Татьяна. В отца гораздо больше, чем в собственного мужа. И влюблена с детства. Я это сразу заметила. Особенно, знаете, когда появлялась Марьяна. Это просто дико бросалось в глаза. Он очень изменился после смерти жены. Естественно. Вы что, сами не видите, что ли? Вы знаете, мне кажется, что он постоянно о ней думает. Разумеется. Она не давала ему скучать. Голубушка, очень здорово, что вы рядом. Очень здорово. Он у нас необыкновенный мужик. Так грустно, что одинок. И вот, когда вы здесь, помните, что я тут близко, и что у меня есть телефон, если что случится. А что может случиться? То, что Татьяна сказала, если не врет, конечно. Она сказала, что врач убежден, на два инфаркта его не хватит. В запасе остался всего один. Я ничего не знаю. Мне Антон Николаевич ничего не говорил. Понимаете, дело в том, что мы только... Ой, я совсем не понимаю, Антон Николаевич. Его никто не понимает. Он вещь. Тебе. Ну, разве так можно?
Вдруг вы заявляете, что я здесь летом буду с вами жить. Ну, я сказал, наверное. Ну, посудите сами, как это выглядит. В какой роли я здесь буду жить? А это имеет для вас значение? Как же? Я не знакома с вашей семьей, я не знаю ваших друзей. Вот они приезжают на дачу, а тут здрасте, пожалуйста. Я в халате вашей жены. Я опять не права? Да вы все перепутали. Ну, при чем тут халат? Люди удивительно плохо и неохотно понимают друг друга. Годы проходят, прежде чем поймешь. Но у нас с вами нет в запасе этих лет. Вы лучше подумайте, куда мы с вами завтра пойдем. Куда прикажете? Может быть, вы пригласите меня к себе в гости? К себе? Вам это неудобно? Удобно, очень удобно. Я приглашаю вас к себе на обед. В котором часу? В 2. Вот здесь я прожила всю свою жизнь, на 2-м этаже. До свидания. До завтра, Анна. Спасибо. Вы выглядите сегодня прелестно. И вы. А что, вы нашли ключ от шкафа? Я взломал его. Как взломали? Ручкой от сковородки. Я был один, дочка повезла работу машинистке, взять белье в прачечную, внучка выздоровела и пошла в школу. А не напиться ли нам сегодня, Анна Константиновна? Вот это совершенно ни к чему. Проходите, пожалуйста. Отчего же ни к чему? Мы же в монахи с вами не записывались. Насколько я понимаю, вино вполне приличное, а я в этом, поверьте, толк знаю.
Откуда у вас эти старинные часы, если не секрет? Из моего детства еще, бабушкин. Я за это их люблю. У нас были точно такие. Мне даже показалось, что это они и есть. Марьяна отнесла их в комиссионный магазин. Ну, своим тиканьем они постоянно ей напоминали о быстротечности времени. Может, остановить часы? Правда, время не станет бежать медленнее. Время может двигаться медленнее, а может вовсе остановиться. Все зависит только от нас самих. Так остановить часы? Для меня время останавливается, когда я с вами. Так или иначе, все пытаются остановить время. Вы, например, в стихах, я в своих воспоминаниях. Да-да, я пишу мемуары. Я обязан их писать, потому что события нашей истории отразились на моей биографии, начиная с гражданской и кончая нашими днями. Я ведь ровесник октября. Причем я был не зрителем, а участником этих событий. Как? И гражданской? Младенцем с шашкой на коне. А гражданской я знаю по рассказам отца. Он сражался в отряде разведчиков-самокатчиков. Самокат – это тот же велосипед, но только без тормозов. Спасибо. Как без тормозов? А им не нужны были тормоза. Я вот так и думал, что вас заинтересует этот момент. В плане художественного образа. Без тормозов. Это на вас похоже. Ну, при чем же здесь я? Я говорю об образе времени. Я посылал рукопись в журналы. Взяли? Ну, как это вам должно быть известно, рукописи не возвращаются. Это написано мелким шрифтом на последней странице каждого журнала. Это несправедливо. Нет, это совершенно справедливо. В редакциях сидят профессионалы, им видней. Мне ответили, что не устраивает содержание, якобы похожие воспоминания уже печатались. Но дело, конечно, не в этом. Я всю жизнь строил заводы, и писать мне приходилось только деловые бумаги или научные статьи. Воспоминания написаны отвратительно. И поэтому мне необходима помощь писательской руки. Я давал рукопись дочери, зятю, но не нашел общего языка, так что эту работу, Анна Константиновна, сделаете вы. Как я? Я предлагаю тост за наше творческое содружество. Рукопись я принес. Я пишу только стихи. Так в этом же суть моего предложения. Я уверен, что вас не печатали, голубушка, потому что в ваших стихах был виден недостаток вашего жизненного опыта. Вы, простите за откровенность, жили не в нашей жизни, а как бы рядом с ней. Чтобы вас напечатали, вам необходим жизненный материал. Так вот, в качестве этого материала я вам предлагаю себя. Факты из моей биографии, мои впечатления об этих фактах, остальное в ваших руках. Слава меня не прельщает, Анна Константиновна. Ваше право назвать героя, как вы пожелаете. И напишите все это в стихах. Как в стихах? Тут уж никто не скажет, что такое было. Это будет не поэма, а роман. В стихах, заметьте, после Евгения Онегина, это следующий опыт в русской литературе. И этот опыт будет принадлежать вам. У меня ничего не получится. Получится, получится, получится. Вы себя не знаете. Я пишу только лирические стихи. Маяковский тоже умел писать лирические стихи. Но не они сделали его Маяковским. Ой, у меня так закружилась голова.
Я 100 лет не пила. Антон Николаевич, милый. Ой, я совсем не похожа на Маяковского, и надо мной смеяться будут. Кто? Да ваши дети и внуки. Марьяна никогда не готовила сама. Когда бывали гости, заказывала угощение из ресторана и даже посуду, чтобы не мыть. Должно быть, у вас бывало очень весело. До самой болезни она в танцах устали не знала. Пела и на рояле подбирала самые современные мелодии. А дочь похожа на нее? Дочь на меня похожа. И внучка тоже, но у них своя жизнь. Они вас любят. Вас нельзя не любить. Они любят, как умеют. Но наши отношения резко осложнились. Дело в том, Анна Константиновна, что я сказал дочери о вас и о своем намерении. О мемуарах? Нет. О моем намерении объединить наши с вами одинокие жизни, Аннушка. Антон Николаевич, милый, вы простите меня, пожалуйста, но так нельзя. Вы говорите об этом так, как будто это возможно, а мы с вами старые люди, ужасно разные. Я прошу вас, вы успокойте вашу дочь. Скажите, что я просто ваша знакомая, и никаких намерений в отношении вас у меня нет. Нет. Вы влюблены в вашу жену. А я фантазерка как-то, не смешно. Я всю жизнь ожидала какого-то сказочного принца. Не потому, что я заслуживаю этого. Нет, я просто всегда думала, что человек заслуживает счастья хотя бы потому, что родился на свет. Мне уже недолго ждать. И пусть я лучше вообще не дождусь, чем... Телятина просто великолепна. Под такую телятину грех не выпить. Вам очень идут растрепанные волосы. Вы сейчас похожи на воробушка. Ой. Я очень рад, Анна Константиновна, что мы с вами обо всем договорились. А завтра я за вами заеду. Ваша машина. А вы решили, что я ее украл? Это на меня похоже? Да. Успокойтесь, она моя. И отныне в полном вашем распоряжении.
Ну-с, ознакомились вы с рукописью? Да, я все прочитала ночью. Годится как материал? Я не знаю, но когда я читала, я плакала. Мне вас было так жалко. Ну, это совсем не те чувства, которые должна вызывать моя рукопись. Вот поэтому вы мне необходимы. Вещь должна быть оптимистической, жизнеутверждающей. Я не знаю, как должно быть. Я вам в этом деле бесполезна. Вы очень сильный, уверенный в себе человек. Но вы все-таки не совсем правильно все понимаете. Вы знаете, милый Антон Николаевич, я должна вам сказать, что мы с вами видимся сегодня в последний раз, я так решила. Вы мне слишком интересны и дороги. Я не хочу, чтобы из-за меня в вашей жизни были осложнения. Я и вышла из дома, чтобы сказать вам это. А теперь остановите, пожалуйста, машину. Конечно, мало похож на прекрасного принца, о котором вы всегда грезили, Аннушка. У меня мерзкий характер, и я вам ничего не могу предложить, кроме своих преклонных лет, болезней и разных причуд. Но я хочу, чтобы вы знали мое отношение к вам. Вы лучшая из всех, кого я встречал в своей длинной жизни. Я, конечно, не вправе требовать, чтобы вы относились ко мне так же нежно, как я к вам. Но мое мнение о вас не должно быть для вас безразлично. Это мнение мужчины многоопытного. Вам что, интересно, что ли, со мной? Не скучно? Нет. Я вас люблю. Захватите, пожалуйста, с заднего сиденья сумку. Жрать. Терпи. Вот так встреча. Главный бабуин приехал? Чего, опять из дома сбежал? А с вами мы, кажется, знакомы. Где-то я вас видела. Где только? В совхозе. Стихи. Точно. Меня Люба зовут. А это Тимофей. Он учится на втором курсе. Он пейзажист. Но обнаженную натуру все равно сдавать. Вот я его и подтягиваю. Поэтому мы сюда и приехали. У тебя сейчас мамино лицо. Мы с Тимой поженимся. Но не сейчас. Сейчас нас еще никто не зарегистрирует. Тебя это беспокоит? А тебя? Меня нет. Ну вот и прекрасно. Значит так, Тима будет жить тут,
Я его натура, и если я даже понадоблюсь ему в качестве натюрморта, пожалуйста, я готова. Прошу вас это запомнить раз и навсегда. Не хами. Дед меня понимает. Он же у нас самокатчик, без тормозов. Наше семейство отдельный отряд самокатчиков. Таня знает? Узнает. Ты же ее воспитал. У нее тоже обостренное чувство ответственности за все, что происходит вокруг. Еду привезли? В сумке. Так что же мы теряем время? Девочки накрывают на стол, мальчики идут за дровами. Вы картошку чистить умеете? Я не знаю. Просто чистите? Да. Нет, просто чистить я, конечно, умею. А я думала, такие знаменитые люди просто не умеют. Вы меня принимаете за кого-то другого. Ну, я же не сумасшедшая. Я же была в совхозе на уборке. Когда вы приезжали с агитбригадой, вы меня, конечно, не запомнили. Да, да, да. Там были школьники. Господи, какое совпадение. Вы знаете, я единственный раз в жизни ездила читать свои стихи. И надо, чтобы там были вы и слышали. А вам нравится, когда вас хвалят, я заметила. Вас не утомляет слава? Какая слава? Меня никто не знает. И вы собираетесь здесь жить такая тихая и незаметная? Я не собираюсь здесь жить. Но это не от вас зависит. Он заставит и будет ад. В нашем доме только вас не хватает. Ну за что вы меня так, Любочка? Вы же меня совсем не знаете. Ну, как это не знаю? Я слышала ваши стихи и представляю, как все это будет. Ну, бедный бабулин, правда, этого ничего не знает. А что у вас с ним? Учит жить? Учит. Мы все такие, но вы не поддавайтесь. Здравствуйте. Приятного аппетита. Здравствуй. Мы и правда не здоровались. Ты ж спала? И все проспала? Познакомьтесь. Анна Константиновна, это моя дочь Таня. Очень приятно. Садитесь, пожалуйста, с нами. Положите вам картошечки, колбаски. Вот вам... стульчик. Благодарю вас. Я как-нибудь сама найду себе здесь место. Совершенно верно. Таня сама разберется, что к чему. А ты что, мама, тоже будешь тут жить? Ну, Тима, у нас здесь будет терем-теремок. Я буду лягушка-квакушка, ты будешь мышка-нарушка. Нет, у нас зайчик-побегайчик. Анна Константиновна, ежик, ни голова, ни ножик. А ты, мама, кем будешь? А ты, оказывается, просто дрянь. Тима, мы уходим в лес. Ты никуда не пойдешь. Мы с Тимофеем собирались в лес за грибами. Сейчас никаких грибов нет. Сморчки есть. Что ты с ней сделал? Ты понимаешь, что это все твоя работа? Она же у тебя научилась плевать на меня. Как бездарно, бессмысленно все повторяется через поколения. Лишь бы не как родители. Пусть лучше бред и бессмыслица дедов. Только не как родители. Она на твоей совести, папа. Я лучше уеду. Аннушка, я вас никуда не пущу. Сядьте, ешьте, пейте. Вон картошка остыла. Нет, я поеду. Ну, не говорите вы чепухи. Ну, так будет лучше. Вы не уедете. Уедет Татьяна. А почему это я уеду? Не только не уеду, но и Вадим сюда вечером приедет. Надеюсь, мы вам не помешаем. Тебе не кажется, что ты ведешь себя неприлично? Это я веду себя неприлично? Я? Не заставляй меня при постороннем человеке... Замолчи! Я поеду, все это ни к чему. Антон Николаевич, вы не ссорьтесь с ней. Дочки другой не будет, а я правда посторонний человек. Ну опять вы чепуху городите. Вы не посторонний человек.
И вы умница. И должны понять. Я вас очень прошу сейчас. Посидите в саду, я к вам выйду. Но обещайте, что вы меня дождетесь. Папа, не надо. Это просто старческий маразм. Извини меня. Восьмой десяток лет на носу. Люди же смеются. И еще такую, такую кикимору где-то выкопал. У тебя что, глаз нет? Стойте! Нужна неотложка. У отца приз. Ему плохо, очень плохо. Ну, идите же скорее, идите. Откуда вызвать, я же не знаю. Может быть, я побуду с ним, а вы вызовете? Ну, что вы говорите, ей-богу, я сама с ним побуду. Ну, бегите же скорее. Идите, телефон-автомат. Вторая улица направо. Ну, скорее. Ничего, ничего, ничего. Все обошлось. Это не инфаркт. Просто разыгралась стенокардия. Через недельку он встанет. А завтра вызовите врача из районной поликлиники. Хорошо, всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания. Ну что ты все время молчишь? А что ты волнуешься? Антон Николаевич нас всех переживет. Боже мой, какой ты скучный. Почему-то весной всегда так хочется спать. Простите. Можно мне попрощаться с Антоном Николаевичем? Вы еще здесь? Папа уснул после укола. А можно я подожду? Он просил подождать. Вам придется ждать долго. Я вам не буду мешать. Мне бы не хотелось, чтобы между нами была неясность. Вам Елена Георгиевна наверняка поведала, как папа несчастен, как он одинок, как мама его не любила и как он мечтал о любви. Так вот, все это бред. Ему нужен покой. Только покой. И всем нам нужен покой, вы слышите? Вам здесь нечего делать. Неужели вы это до сих пор не уразумели?
почему, почему, почему был светофор зеленый? А потому, 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 что был он в жизнь влюбленный. В мелькане дней, скоростей и огней он сам собой включился, чтоб и в себе, и твоей, и моей зеленый свет продлился. Все бегут, 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 да он им светит. Все бегут, 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 да он горит. Мы порой любовь опять не можем. Все, спешим, спешим попасть в зеленый свет. В зеленый свет. Но когда она, увы, уходит, мы с тоской летим опять на желтый свет. На желтый свет. Но почему, почему, почему был светофор зеленый? А потому, 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 что был он в жизни влюбленный. Мельканье дней, скоростей и огней он сам собой включился, чтобы в судьбе и твоей, и моей зеленый свет продлился. Все бегут, 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 да он им светит. Все бегут, 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 бегут,